Привет, ребята. Татьяна. Привет! Первый влог в 2018 году перед вами. Мы готовы рассказать вам, как прошел наш дико сумасшедший декабрь. И... Здесь. Да. С Геной мы записали пьяный фифер, с Форзерезором мы открывали паки, но самое главное, я еще погулял с Форзерезором и с его прекрасным псом Чамбой. И побывал в кальянной Гены Миллера, который он открыл совместно со своим другом. Таня! Да? Ты готова отправиться в Петроград? Честно говоря, и почувствовать путешествие со мной. Да. Погнали! Первый питерский этап начался с Форзяра и с капитана Чембашвили. Это ЛДЖ? Тан-тан-ам! Нет, это Игорь Николаев. А-о. Тан-тан-ам! Практически каждая викинг-лига твоя заканчивается тем, что ты говоришь все. Я больше не хочу играть. Ну, ребят, ну объясните, ну что это за пиздец? Ну зачем он там стоит, блядь? Ну зачем он там стоит? Проходит неделя, я отдохнувший. Первые 2 часа стрима у меня улыбка на лице. И дальше просто, блядь, угрюмый я, который готов... Стрим ебаный запустил, блять. Вот эта хуета ебаная происходит, блять. А ты, кстати, у тебя твои большие перерывы эти происходят из-за того, что ты страдаешь. Чем занимается Артём? Блять, вот я не знаю, с чего вы взяли ублюдки вонючие. Конкретно вы, мистер, и который финита глотаю бесплатно. Смешно. Да, блять, ты пиздёж. Ну, окей, да, хорошо, у меня нету недели хэппи-гоу-лаки или состава за 5 минут. Сори. А почему я беру нет-то? Качество. Очень качественно. О, мы как. Это был самый счастливый момент твоей поездки, наверное. Это была аллегория. Он сказал, что мы берем качество, и я показал дальше, как он берет качество. Не чаще сейчас тоже переходит на формат, как бы... Люди, не... вот понимаешь, мы с тобой недавно сняли фифу алкокоманда. Ты выставляла вот эту вот лампу, вот эту, которая светится вокруг. Ты выставила по-другому поближе. Что люди пишут? Что с глазами? И почему такой кадр? Поставь нормально. Аудитория фифы не готовы к изменениям. Они любят, когда каждый фифер под копирку, да, выставлен на одном и том же стуле, он сидит и одно и то же делает. Вот, после тусовки с Форзерезором, я надеюсь, вы уже посмотрели видео с Тёмой, которое мы записали, я поехал к Гене Миллеру, там мы сыграли в пьяного фифера, хорошенько напились, и после это уже... просто капец. И со спокойной душой, сделанной работой, поехали в кальян. А давай, давай смотреть. Что-то... Такой ты крестный отец, ходишь со всеми, здороваешься. Клим, это ты? Серьезно? Да, это я. Клим, пидор. Придете в кальянную, познакомитесь с Климом. Ну, он может дать пизды, поэтому не надо говорить такие вещи ему в лицо. Я могу дать пизды. Слушай, ну да. Кстати, вы еще смотрите ролик, когда я толстый. Вот в данный момент я уже с прессом. С прессом? Да, у меня есть пресс. В смысле, поставил на 1xbet? А что еще там есть, расскажи. Да слушай, у меня, ты говоришь пресс. У меня несколько пресс, и все они. Очень надежно, потому что это 1xbet, много спортивных дисциплин, хороший спортивный коэффициент, надежный букмекер. Нажмешь на ссылочку? Да, я даже грузанный. Гена, ты поставил? Я? Боюсь ставить, мне не везет, ты видел мои паки? Поинтов, 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 надоело. Блин, у меня такая рожа жирная, хотя, стоп, да, для контраста. О, нормально, ходи со мной постоянно. На контрасте. Слушай, у тебя как банька тут, да? Блять, все заебали, все приходят и говорят, что это баня. А ты что хотел? Я сауну хотел. Картина за 2000 евро. Что это, хрящик уха? Можешь объяснить, почему это стоит 2000 евро? Это искусство. Это непонятная хуйня. Нет, я могу раскрыть правду. Тут просто дырка. Мы закрыли дыру. Сейчас вы почувствуете совершенно другие скорости. Потому что у нас начинается этап корпоратов Дудя. Мы пошли в бар. Ну, в общем, все расскажет Таня, но не вот эта зеленая Таня. Таня прихорошенная для корпората Дудя. Таня, жми. Выпьем за одну простую вещь. Эти мозоли, они имеют вполне конкретное происхождение. Вот. Дудь нету! Дудь нету! Нормально подняли. Я не понимаю, что происходит. Если ты собираешься меня снимать, то это не рабочая сторона. На самом деле это может быть не очень интересно, но что самое интересное? А то, что мы сегодня впервые увидим многих членов. Ижом. Команды Вдудь. Это Дима, монтажер Вдудя. Всем привет, ребята. О, вы его знаете. Охренеть, захожу на собственную кухню. А тут Таня с каким-то мужиком. Тоби Маквайер монтирует тут Вдудя. Каждый просто, каждый подходит, ты просто сидишь вместе какого-то подходит. Можно с вами сфотографироваться? А можно вам пытаться еще устроить? Юрий, у нас
есть своя продакшн-компания. Хотите, мы вам будем снимать дудя? Нахуй, идите. Так что будет жестко интересно. Начиналось все с Тёмы, поэтому, друзья, давайте выпьем за Тёму. Человека, который помог, человека, который начал. Вот. И человека, который, когда заканчивает, ему завидуют более-менее все, кто каким-то образом погружен в детали его личной жизни. Давайте за Артемку, за хорошего, такого доброго. Я лучший! Кто тут? Кто такой? Келли, а? Ну в какой же мы заднице? В какой же мы заднице? Как же мы попали? Ну в какой же мы жопе? Насколько же Тёма был прав в эту секунду? Действительно, когда заканчивается корпоратив Дудя? Ну куда же еще поехать? Клуб, ресторан, кальяны, караоке. Нет. Мы вызвали такси, позвонили Феде, который болел в этот момент, и сказали: «Алло, мы выезжаем к тебе!» Ничего не знаю, ничего не помню, я не виноват. Но прошло еще 5 минут, и Тёма уснул в кровати, которую он на нее лег, и... Она просто провалилась реально. Ну вы видели что... вот как раз утренние кадры, как я ее чиню. Он просто провалился и уснул в этой яме. И я такая: о-о, что делать? Было все супер, это был идеальный конец декабря. Мы побывали на корпорате в Дудя. Я побывал на корпорате о Спорте ТВ. Новый год мы отпраздновали вдвоем. Тане подарили музыкальную установку. Я подарил колонку. У нас тут была светомузыка. И мы просто вдвоем тусили. It's the most wonderful time of the year. И я считаю, что мы все это заслуживали, потому что мы много работали, мы много где побывали. Таня даже побывала в оппозиции. Таня? Что сейчас сказал этот парень в розовой кофте? О чем он? Собственно говоря, я попала под дождик. Таня. Таня, ты куда идешь? Ты что, оппозиционерка, что ли? Ты что придумала? Меня раньше даже не брали на практику на канал «Дождь», а сейчас уже второй раз зовут. Мы посадим вас вдвоем вот с вот этим мужчиной. Вот с этим? Да, Валерий Соловей. Как мы будем болитом? Мистер и миссис Контраст. Ты задача будет сказать, какие новости правда, какие нет. Ты секси? Но... Особенно смотри на фоне меня. Вместо бутылки элитного коньяка Почта России доставила благотворительность. Вам можно доверять. Это уже хорошо. Не всегда, не всегда. Не правда. Это правда. Класс, спасибо большое. Еще с экскурсией покажу. О, да? Да. О, круто. Значит, там аппаратная. Оттуда идет эфир. В общем, пожалуйста, Таня, умоляю, спаси всех нас и подписчиков. Расскажи коротко, что классного тебе рассказали на экскурсии «Дождя». Мне очень понравилось на телеканале «Дождь», на самом деле, как бы это сейчас не звучало рекламно, но эти люди реально превращают любое пространство в мега-студию. В воду, потому что это «Дождь». Все, что вы видите на телеканале «Дождь», это вроде бы как красивая картинка, но это просто может быть холл, это может быть столовая. Ну и в целом, блин, они молодцы, то, что все так весело. Позвали меня на супер веселый формат, это будет круто, мне кажется. Он еще не вышел, да, вроде? Я посмотрел, да, нет еще. Что нет? Ну и что вам сказать? Конец! Мы вам очень благодарны, мы опять-таки очень рады, что есть эти лояльные люди к влогам, которым действительно интересна наша жизнь. Мы пытаемся не ударить грязь лицом, блин, очень заштамповано, мы пытаемся не ударить локтем в жижу. Нет, на самом деле, вот представляете, насколько мы любим влоги? Практически каждый подарок, например, который я сделала Тёме на Новый год, он связан именно с вами. Это вот эта лампочка прекрасная, это сзади цветная лампа. Да что тут такого? Я в Питер поехал, у меня одна из там 50% было съездить в кальянную и снять влог. Все ради лайка, который сейчас поставишь ты, Андрюха. Вот прикинь, сейчас Андрюхе как приятно. Я? И поставят же остальные имена. Не отставайте от Андрюхи. Ребята, обязательно круто отмечайте праздники. Даже если у вас уже сейчас будни, у вас работа, учеба, экзамены и так далее, все равно не забывайте, что я сейчас смотрю, короче, сериал «Бруклин 99», и я понимаю, что каждую работу, чтобы она была сделана круто, надо это делать обязательно с весельем, с кайфом, никакой серьезности. Давай закончим этот влог под саундтрек из «Бруклин 99».